В общем, такая вот офигенная, такая офигенная погода, чтобы побегать. Но, к сожалению, я сегодня из-за того, что просто до усрачки работы задержался, а долбанный зал Марк Аврелий работает всего лишь до 11. И я не успел побегать, черт побери, там, на тренажерах. Но, в конце концов, решил, какого черта, положено же по вторникам завершать тренировку аэробными нагрузками. У меня для мотопутешествий есть комплект влагозащищенной одежды. А вот я вырядился и, собственно говоря, делаю это. Хотя, наверное, это самая экстремальная пробежка. Это даже круче, чем зимой в мороз со снегом, потому что пока я ехал на машине домой, термометр показывал где-то градусов 5. И уже все, вообще все мокрое. К счастью, она еще держит воду. И я там внутри не совсем промок. Но это жесть. Но ничего, никогда не сдавайся. Мы победим.